Доброе утро! Корея посмотрите, сейчас... Прекрасный завтрак, ужин. Подождите. Завтрак Корея 7.52. Мы уже полтора часа на ногах. Вот это вот наш завтрак. Но они нас, короче, решили закормить. Рисом. Мы сейчас отправляемся на репетицию дрим-концерта. Мы немножко не выспались. Мы будем танцевать только на сцене. На самом деле мы рады, потому что мы вчера увиделись просто все вместе. У нас это, кстати, подарочек. Подарочек. Твиттер самый. Блин, там мы нифига не выспались. Я уснула в пол четвертого. Проснулась в 6:30. Вот это вот лайнап фестиваля. Все эти группы сегодня будут выступать. Мы на них посмотрим. Мы идем дальше. Мы не знаем, куда идти. Эй! Эй, это наша гримерка. Ирина. Мы сегодня увидим Twice, EXO, Red Velvet, Oh My Girl, NCT, Focus, его Turbo, NCT, Dream, 127, Тимина, 127 или будет безлимит? Какие-то MAP, 6, я не знаю. Еще какая-то женская группа, ну всякие такие, лабу. Нет, ну реально очень хочется. Ребята, я больше не помню, помогайте. Точнее, там еще будут какие-то, но мы их не знаем, да. Мы ими не увлекаемся, но мы с удовольствием их послушаем, узнаем и увлечемся. А я не вообще знаю. Скажи пару слов. Пару слов на корейском. 작년에도 내가 K-pop 이거 커버튼 페스티벌에 와서 통역했는데 이번에도 러시아 팀 맡게 돼서 너무 좋고 근데 러시아 팀이 또 결승전에 올라와서 너무 기쁘고 웬만하면 물론 1등도 못할 수도 있긴 하겠지만 탑3에 들었으면 좋겠어. 파이팅! 아프리카한테 나도 보스코먼트 앞트라이스트 너무 했잖아요. 너무너무 행복하고 нет, я звала Ирина и порежу их. Заученный текст еще с прошлого года. Совершаем путешествие. Смотри сцену. Мама, я боюсь. Кто там? Какие-то большие слова. Экзо! Реакция парней на экзо. Мы все любим. Мужчины больше, чем мужчины больше. Сейчас мы сидим на
жарко. Огромный. Это очень страшно. Мы боимся упасть в обморок от жары. ロシアで 온 X.EAST! Congratulations! There's your trophy. 네, 감사합니다.
Melody.